нас рекордне сезоні. 104 очки набрали, найбільше з усіх матчів регулярного чемпіонату було. Чому це, зрештою, досягти такого результату? Прокоментуйте, будь ласка, Тарасе. Мы договаривались сегодня играть от защиты, и, к сожалению, защита сегодня, ну, то, что мы договаривались, она не сработала, и очень пропустили много очков, и половину, треть всех очков мы пропустили после потерь, поэтому тут комментировать особо нечего. Удачно сыграли в нападении, сыграли игру от нападения, 55 очков первая половина. 50, там, грубо говоря, там 49, вторая половина. Но я не люблю такие игры. И я люблю от защиты играть. И я думаю, что следующая игра будет совершенно другая. И настроить ребят надо на защиту. Все? Спасибо. Доктор работает с ребятами, кто сегодня игровую отрезки провел. Сегодня два человека бегали 28 минут. Завтра с ними будет специальный медицинская помощь им будет. Остальные ребята в меньшей степени, там по 20, по 24 минуты. Самое главное, не здоровье, не физическое состояние, а как настрой на игру. Потому что мы первую игру в Запорожье хорошо провели. От защиты хорошо сыграли, а вторую полностью провалили, если вы помните, первую четверть. 29-12 сыграли, минус 17 очков. Игра решена была уже в первой четверти. Чи вистачить у тренерського штабу психологічного хисту, налаштувати команду, тому що все ж таки нервова гра попереду? Будемо старатися, наша робота. Дякую. Спасибо.